Пациент обратился с жалобами на сниженное зрение вблизи. Мы провели ему комплекс обследований для определения состояния глаз с целью определения, почему зрение снижено вблизи. Состоял этот комплекс исследований в следующем. Значит, мы определили ему зрение вдали и вблизи, подобрали необходимую коррекцию вдаль, подобрали очки для близи. Так как пациент пожелал пройти полное обследование, мы провели диагностику, измерение внутриглазного давления, ультразвуковое исследование сред глаза. У данного пациента патологии глаз не выявлено на этих исследованиях, кроме небольшой деструкции стекловидного тела, что, очевидно, связано с возрастом, потому что никаких патологических изменений пока что при обследовании переднего отрезка глаза не выявлено не было. Сейчас пациенту закапаны расширяющий зрачок капли, мидриатики. И после расширения зрачка мы обследуем ему состояние заднего отрезка глаза, то есть глазное дно и среды глаза.